А в Шиерийском районе дан старт празднованию 175-летия великого акына и мыслителя Абая Кунанбаева. Творения великого акына актуальны во все времена. Их ценность с годами только возрастает. Абай советует, направляет, вдохновляет. Нужно читать книги Абая, учить его слова назидания. Так народ возвысит свой дух. Его произведения полны мудрости, учат мыслить и воспитывать себя. Сегодня молодежь активно интересуется творчеством Абая Кунанбаева. Читают его книги, приходят в библиотеку. На литературном вечере были прочитаны произведения акына. Вместе с местными артистами и аким района исполнил одну из песен Абая. Галымжан Жамназар, Ижас Абдельда, Нуржан Мазарапшин, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.